скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрей. Так, сейчас настроим экран. Так, значит, вот на эту кнопочку нажмем. Ой, всем добрый день. Так, ап. Ура, заработала. Внимание, внимание! Служба лесных спасателей на связи! Лесные жители, доложите обстановку в лесу. Ёжик, как дела на поляне? Отличные дела! У нас тут грибы выросли, и белые, и лисички. А под кустиком появился мухомор. Как мухомор? Он же ядовитый! Не волнуйся, Коксик! Я рядом с ним табличку поставил. Осторожно, опасный гриб! Ой, молодец, ёжик! Вот так и должен поступать настоящий любитель леса. И мы, белки, лес любим! Мы тоже за ним следим! Вчера вот в орешнике орехи поспели. Вкусные, сладкие, а крупные какие! Приходите, вместе собирать будем! Спасибо за приглашение! Обязательно придем! Добрый день, друзья! Здравствуй, Коксик! Здравствуй, Леша! О, ты у нас сегодня дежурный спасатель, ну да? Ну да, только вот спасать сегодня некого. В лесу все в порядке. Да какой же тут порядок, безобразие! Вы только посмотрите, что творится! Подожди, подожди, сорока, объясни толком, что случилось? Да, наш экран не показывает ничего плохого. Не показывает? Нет. А мусор-то? Вы только посмотрите, сколько мусора кругом! Вот под сосной, видите, сколько шишек набросали? Ой, и правда, это настоящее через вы... чайное происшествие. Интересно, кто же это все насорил-то, а? Непонятно кто. Нет. Только ведь тут у нас все кругом замусорят. Все деревья поломают, караул, лес спасать надо. Подождите, подождите, я предлагаю сначала во всем разобраться. Разобраться? Да в чем же тут разобраться? Леш, пока мы разбираться будем, вокруг все перепортит. Правильно говоришь, Коксик, правильно. Вот уже кто-то шишку в трещину на березе воткнул. Ну и дела. Вот именно, а под сосной сколько их валяется. Караул, держи злодея. Подождите, подождите, я вас уверяю, что вы напрасно волнуетесь. Как это напрасно? Почему? Потому что в лесу все в порядке. Да? И никакого злодея там нет. А кто ж тогда шишек-то набросал, а, Леш? Этими шишками самый большой друг леса лакомился. Можно сказать, любимый доктор деревьев – дятел. Доктор? Позвольте, какой такой доктор? Кто тут обо мне вспомнил? Всем добрый день! Здравствуй, дятел! Явился, не запылился. Отвечай, твоя работа. Что, шишки-то? Нет, это не моя, а дяди моего. Какого дяди? Черного дятла. Это он очень шишки любит. Да и брат его, зеленый дятел, тоже от такого угощения не откажется. Подождите, что же получается? Получается, дятлы шишки шелушат, а еще получается, что дятлы разными бывают. Ха, ну и придумал. Нет, дятел ничего не придумал. У них лесных дятлов и правда очень большая семья. Вот посмотрите, в одном только нашем лесу и белокрылый дятел живет, и трехпалый, и белоспинный, и седой. Самый большой из них ростом с ворону. Да, а самый маленький чуть-чуть побольше воробья будет. Точно. Ой, простите, засиделся я тут. А мне ведь работать пора, деревья лечить. Лечить? Да не лечишь ты их, а долбишь. Сама
видела. Верно, долблю. Но только там, где насекомые прячутся. Сделаю я в таком месте крошечную дырочку, а потом из нее жучков и личинок достаю, что древесиной питаются. Вот и выходит, что я не даю им дерево погубить. Это что ж получается? Оказывается, мы тут вот нарушителя порядка искали, а еще одного спасателя леса нашли. Да, выходит, что так. И за это мы должны сказать дятлу большое спасибо. А, большое спасибо, дятел, и большое спасибо, сорока. Ой, а мне-то за что? Напугала вас, всполошила всех. Ну, ошиблась разочек, с кем не бывает. Да-да, это простительно, уважаемая сорока. Вы ведь тоже за порядком в лесу следите. А родную природу охранять – это очень хорошее и важное дело. Ну, если так, то пожалуйста. Но у меня еще куча лесных дел. Полетела я. Всем до свидания. А мне тоже за работу пора приниматься. До встречи. До свидания. До свидания, лесные спасатели. Всего доброго и вам, дорогие мальчики и девочки. Храни вас Господь. Нового доброго знай, не дичись, а чего не знаешь, учись.